Ну что, пошли, пошли, сделала короткое видео, успокоилась моя душа, хоть одно видео короткое, да? Вот, сейчас я Марку попробую говорить, еще в Тортону сесть, потому что как бы сейчас уже я закончу, а мне еще можно работать и работать. Вот, сейчас я его спрошу, но он начнет отнекиваться. Ну, я его сейчас говорю. Вот. Смотрите, да? Дверь, не стена, нормально? Просто эта дверь как бы тоже финтовая, понимаете? Вот. Торчат что-то. Типа корни деревьев, что ли? Ой! Боже мой, ребятушки, телефон выскочил. Вот хорошо, что это... Смотрите, какая энергия, да? Вы поняли? Вообще, телефон выскочил. Офигеть, я так испугалась, он прям выпрыгнул, ребятушки. Вы не поверите, выпрыгнул из этой штуки. Мама мия. Офигеть, как я испугалась. Вообще. Вот. Потому что так как в этот костелушку заходить нельзя, а я знала, в общем-то, что нельзя заходить. Вот, и я даже, можно сказать, много и поработала на самом деле. Потому что вообще там внутри-то очень-очень огромный, конечно, комплекс, но... Знаете, как сошла, да? Но, знаете, снимаешь то, что можешь, да? Видите, все наше тоже, видите, садина. Ой, попугайчики, смотрите. Зелененькие, смотрите. Офигеть. Ой, это вообще, кстати, такая фортуна, ребята. Их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Обалдеть. Зелененький. Офигеть, попугайчики сладенькие. Ну, вообще, пять рыжих собачек. Пять или шесть там сколько-то зеленых попугайчиков. Ну, точно у меня какая-то должна быть супер большая фортуна, блин, быть. Как Марко говорит, каждый раз, когда ты со мной едешь, или я, ну, когда он меня везет, я все время ему в работе приношу фортуну, блин. Но мне пока никто из них фортуну не принес. Эти, слышите? Хорошие. Кукарекают. Попка дурак. А попка не дурак. Смотрите, смотрите, он сели вдвоем, видите? Вот. Вот вам ответ на вопрос, почему... Патримония ЮНЕСКО, да? Почему под защитой ЮНЕСКО? Потому что здесь даже попугайчики живут, нормально, да? В смысле, это вообще абсолютно элитное какое-то произведение искусств. И жижи. Смотрите, здесь какие тоже странные. Колокольня вообще. Видите, какая. Мощная, да? Ну, тихо. Sai che c'è, sono usciti adesso un tormo di papagalli verdi. Sono... Guarda. Vedi? Due, vedi? E sono tanti. Ah, di qualcuno. Oh. Ah, quella eravamo là. Ah, это я то, что... Я сейчас, ребятушки, я вообще дура, да? Это то, что мы сейчас наверху снимали. Я думаю, это внутри. А вот у нас Костелло где, видите? Костелло у нас вот, как бы закрыт тут. И там... Там просто... Вот Костелло, ребятушки, у нас. А? Вот это вот. Оно, видите, закрыто. Врет, врет. Видите, как там можно спокойно залезть, да? Смотрите. Знаете? Там абсолютно не. Ну, вообще-то она там тетка ходила. Короче, вот я вам показываю стену. Вот здесь мы сюда приехали. То есть туда, видите, можно по лестнице подняться наверх. В церковь, да, как бы. Вот наша фонтанелла, как обычно. Короче, видите, у нас эти... Сейчас я вам покажу. Там
О, какие-то люди приехали. Видите, стена тоже, посмотрите, да? Все, стены, видите? Посмотрите. Все, стены, видите, идут вниз. Да, надо же, как телефон выскочил. Вообще удивительно. Первый раз такое, чтобы он мне прям выскочил из этой. Видите, бороздка наша, да? Драконья. Бороздка драконья. Так, сейчас я вам сниму в ту сторону. Вот, и можно уже будет идти. Эти стены какие. Так, что написано? Monumento Ossario. А, вот этот мужик, который там стоит, вот они опять гараж там. Смотрите, какая здесь акустика, да? Акустика вообще вот именно здесь очень большая. Там, значит, кости, видите? Да, кстати, я забыла сказать про этот именем Розы. Когда они там залезли в лабиринт, ребятушки, да? А, не в лабиринт, когда они отодвинули в церкви, вот, и пошли вниз, да? Они очень сильно спустились вниз, вот. И это ведь нам показывают вообще-то как бы, по идее, какой-то 13-14 век, да? Вот, если даже еще не раньше. Вот что вот Умберто Эко намекает на то, что, во-первых, уже были все эти строения, да, а во-вторых, что там они шли через огромное количество черепов. То есть это говорит о том, что под каждой практически, это не только там вот именно катакомбы Парижа, да, или там в Риме, да, вот это, а это может быть вообще внутри земли, как бы, да, получается, огромное количество вот это под этими, как так называемыми. Посмотрите, куда идет стена, да? Вниз, посмотрите, какой спуск, обалдеть. Посмотрите, какая стена, опять же, наша зиккуратная. Посмотрите, как здесь она наклоняется, да? То есть вот это вот под всеми вот это, так называемыми вот этими, как бы вот этими церквями, базиликами, этими костелушками, то, что я говорю, что одно и то же это все. Вот. Огромное количество скелетов. Как это? Расходный материал мы, понимаете? Вот. Они тоже там нас съедали там. Да, может быть, и нас и могли бы и съедать физически. А что? Почему вы думаете, что если вы едите коровку, то вас не съедят, да? Эти колючая проволока тут, ну вообще стена офигительная. И как сильно, да, спускается вниз, да? Что тут такие вообще под нами? Представляете, какие пустоты? Вот. Сейчас я хочу вам дом один снять, который оттуда я видела. Вот, может, там трубами. Вот посмотрите, опять же труба, да, между двумя домами. Посмотрите, посмотрите. Да, посмотрите. Посмотрите, как дома, крыши, да, посмотрите, как расходятся. Вот что это, да? Вот. Посмотрите. И, кстати, я стала замечать, что очень часто все это вибрирует. Вибрирует. Это не потому, что я только что я сильно увеличиваю. То, что бывает, что я очень сильно увеличиваю и не вибрирую так сильно. Особенно на этом телефоне. А там еще что-то, там тоже стена. Где же этот дом? Там тоже стена. Видите, все стены. Смотрите, какая стена, да? Смотрите. Вогнутая. Поглядите, какой дом, да? Смотрите. Смотрите. Где же эта крыша? Вот. Смотрите. Сейчас. Смотрите. Видите, сколько. Смотрите, какая крыша. Смотрите. Видите, сколько. На одном маленьком домике, да? Такое количество крыш. Так, ну здесь эта штука стоит, эта, которая, как ее называют. Которая, как это, лишник наш кормский. Senti, ma volevo chiedere se io ti chiedo di portarmi un attimo a Tortona. 30 chilometri. Ma ci sono 12 mesi, 12 ancora. Cioè, mezzogiorno. Cioè, già mezzogiorno devi mangiare. No, no, che guardava che anche là, aspetta. Tenta in mezzo alla strada. Che c'è Villa. Villa Lomellini. Villa Lomellini. Смотрите, Lomellini, да? Вилла Ломеллина.
Центро ди Орионе. Центро ди Орионе. Poi pensate, guarda, ребяточки. Центро ди Орионе. А, Дон Орион. Ну, ди Орион. Прочитала Центро. Мадон Орионе. Нормально, ребятушки? Вилла Ламелина. Дон. Вот это да. Посмотрите, какой дом. Посмотрите, какой дом. Дом какой, да, посмотрите. Поглядите. Дом кривой вообще. Посмотрите. Абсолютно. Кривые стены, абсолютно. Еще дырки тут, видите? Не, нормально. Вот она спрашивает, что я делаю. Какая ей разница вообще, что я делаю? Просто, блин. Я же ее-то не снимаю, блин. Вилла Ламелина. Офигеть. Посмотрите, какая стена. Да, можно заходить, но я не буду заходить. Смотрите, какая стена. Я просто посмотрю, что это. А. Центро Дон Орионе. Нормально, ребятушки? Орион. Просто. Это просто круто. Смотрю, что там. Так, вот если бы это лето было, я бы уже тут сгорела бы. На солнце. Посмотрите, какое там строение опять, как всегда наше. Хочу посмотреть, куда идет стена. Ну ладно, стена там, короче, там что-то закрыто, не понимаю почему, может работает. Видите, стена идет так дальше, но Дон Орионе, это, конечно, вообще супер. Супер-супер. Ладно, я закончу, короче. Вот, посмотрите, как тут наши положили, смотрите, да, смотрите, наши положили, да. Видите, а это наша вот, наша цивилизация. Вот это положила, а это наша, посмотрите, как тут все паутинки наши жижевые. А? Видите? И там опять наши вот поработали. Потому что работается все на тех же самых, как бы, как этих шаблонах, лекалах, которые дает нам, дала нам жижа, понимаете? Вот. Ну ладно, ребятушки, все, я сейчас пока закончу и уговорю его съесть в тортону. Пока-пока.